Раз, два, три, контент пошел. Ребята, мы сейчас находимся в удивительное время и место. Посмотрите, прилетел рой. Видите, я сейчас увеличу, и вы увидите. И они прямо, видите, огромная стая пчел. И, в общем, они прилетели, я не знаю, что происходит. Но, в общем, они, короче, сейчас будут роиться, точнее, уже роятся. И сейчас или займут домик, или смотаются. Сейчас посмотрим. Ну, это такое, смотрите, целая куча. Я первый раз такое наблюдаю. 2 года уже живу здесь. Видите? Нет, я давайте сейчас поближе подлечу. Я надеюсь, это не опасно. Ну ладно, за контент можно немножко и постоять в опасной зоне. Видите, сколько их? Вообще. А, да, они заселяют соседний ров. О, боже. Короче. Дядя плюс семья. А как ты пчеловоды их ловишь? Там надо матку как-то выкинуть. Ничего не надо. Они нашли, короче, сами. Здесь такая штука, что здесь у меня 2 роя, 2 улья в доме. Uh-huh. Понимаешь? Uh-huh. Короче, и они, короче, вычислили, а там еще есть 2 свободных. Уже пустует 2-й год. Uh-huh. И они нашли пустующий. И, короче, опа-опа, здравствуйте, мы к вам в гости. Смотри, они сейчас заселятся. Обалдеть. Посмотри. Ом нама шивая. Ом нама шивая, к нам прилетело 2 улья в гости. 2 улья, не один. Обалдеть, ребята, я в шоке. И для меня это какой-то праздничный денек. Плюс 2 улья, о да. Да, ты чего? Так предыдущие, короче, те, которые дедушкины, я их не мог трогать, понимаешь, в чем дело? Обалдеть. Вот это чудесная история. Ребята, короче, там 2 пустых улья и в... Раз, два, три, контент пошел. Сегодня я проснулся рано-рано утром. И вы знаете, сейчас время 6 утра. Смотрите, какой туман. Вы знаете, что меня удивляет? То, что мои пчелы, которые живут в моем домике, они... как-то чересчур активно. Смотрите. Раз, два, три, контент пошел. Ребята, сегодня зарисовка про пчел. У меня, в общем, появилось теперь 4 улья. Вот я сейчас покажу и усилю. Не знаю, видели вы или нет. Вот. Вот под крышей есть 4 улья. Они сейчас все заселены. И пришел мой приятель и сообщил мне такую вещь, что летают еще раи и ищут домики. А у меня есть 2 пустых улья. Вот. И моя задача сейчас эти ульи привести в порядок. Вот видите, они как выглядят. Вот. Так немножко грязненький. Я его помою, намажу там воском, всякое такое. И я поставлю, может быть, в них залетят пчелы. Это вот такое вот дальнейшее развитие пчелиной истории. В общем, на данный момент у меня пока что 4-2 в пользу пчел. Раз, два, три, контент пошел. У нас в Ашиште сейчас происходит природное чудо. Дождь, солнце светит. И так красиво, что я просто не могу насмотреться. Я хочу петь. Нама Будгая, Нама Будгая, Нама Будгая, ты такая. Нама Будгая, Нама Будгая, Нама Будгая.